И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я наконец-таки записываю новый видеоролик, который связан с открытием контейнеров. Вы любите открытие контейнеров, если всем эта темочка вам нравится так же, как и мне, и вы ждали долгожданное открытие контейнеров, в которых, я надеюсь, очень сильно надеюсь, мы выбьем новые устройства на корпуса, и мне упадет то самое устройство иммунитета от поджога. То не забывайте прожимать лайки, как только 150 очков луксов набирается на данном видеоролике. Я понимаю, что уже как бы пора выпускать новый видос с открытием контейнеров, поэтому прожимайте. Ну и не забывайте подписываться. Сегодня на голосе со мной будет один из самых лучших и любимых помощников игры, Ленчик Толстый Пончик, он же Мальчик Ленчик. Здорово. Для него это какой-то будет первый опыт, но он хотел бы посмотреть просто все это дело открытие. Для меня вообще интересно будет позыркать, что мне дропнет. Все же данные 46 контейнеров я, не сказать, конечно, что долго копил, но прошел челлендж, плюс половил голды, которые у нас были связаны с майскими праздниками. Получилась довольно-таки неплохая циферка. Многие ребята уже открывали контейнеры, выбивали для себя какие-то новые интересные устройства. Я же, в свою очередь, до сих пор, до данного периода времени, ни одного контейнера не открывал. Сегодня, я думаю, что экспериментировать там с открытиями пятерочек, пятнашечек я точно не буду. Открывать будем по единичке, как всегда, по стандарту, по дефолтику. Но единственное, что я могу спросить у Ленчика Мальчика, это как он думает, сколько там мне интересных устройств выпадет, упадет вообще что-то, не упадет. А, Ленчик? Думаю, два устройства упадет. Иммунитет упадет мне, самое главное, или не упадет? Поджог. Упадет, упадет. Блин, вот я вот согласен на любой корпус иммунитет от пожога. Просто на любой. Вот пусть мне главное он дропнет, и я буду безумно рад. Но, зная свою удачу, я боюсь, что мне ничего здесь сегодня не упадет. Ну ладно, все, балаболить прекращаем, начинаем открывать. Тебе все видно, Ленчик? Да. Не лагает? Все четко? Не, все найс. Сука, со второго! Легкая, просто легенькая. Со второго контейнера устройство защиты от поджога. Изи катка. В принципе, всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока. Офигеть. Да ну нафиг. Здорово. Здорово, неплохо. Защита от поджога. Изи катка. В принципе, на этом можно и заканчивать данное открытие. Как вы считаете, друзья? Ну, это ж не иммунитет. А, это устройство, блин! А это, то есть, типа, защита, да? Да. Блин, а сколько она стоит? 245 тысяч. Блин, а я обрадовался. Я думал, это иммунитет, так это только защита. Блин. Тебе нужно фиолетовое. А оно в фиолетовом, да, типа, падает? Да. Ай, подстава, короче, полная подстава. Я думал, сейчас как дропнуло мне уже со второго прекрасное устройство. Оказывается, это облом, да, это всего лишь 50%. Ну, зато 250 тысяч все-таки сэкономил. Многие там ребята говорили мне, что ты до сих пор там не купил устройство от поджога. Но невыгодно, из синего свечения 250 тысяч, это... Давай, от Криса. У меня кристаллы добавились. Ай, 100 тысяч этих крисов. Блин, я уже понадеялся. Ну ладно, столько тоже неплохо, в принципе. Я считаю, что сотка довольно-таки неплохо дропнула. Плюс синий шар. Да, плюс синий шар. Но мы-то за другим идем, но... Устройство от заморозки. Это тоже, да, 250 стоит? Да. Ну, нормально пойдет. От заморозки на мамонта. О, кристалл 10 тысяч. Блин, я так обрадовался. Оказывается, мне-то упало не то, что я хотел. Я так обрадовался, как будто мне реально дропнуло то самое устройство с иммунитетом от поджога на васп. Ну еще 30 контейнеров. Шанс. Вау. Да ну нафиг. Татеров. Да ты что такое? Я открыл 16 контейнеров, уже золотое свечение, синестезия, вы рофлите. Ладно, хоть сейчас 2020 год, синестезия уже не актуальна, но все же... Вы помните, сколько раз я говорил при открытии контейнеров, что мне не падает золотое свечение? И вот оно, добрый вечер. Краска на синестезии. Я в шоке. Что это за открытие? Ленчик, мальчик. Леня, знаете, что мне Леня сказал перед открытием данных контейнеров? Он мне сказал, обновись, у тебя гараж забагал. А я ему, знаете, что сказал? Что я сказал, Ленчик? То, что ничего не упадет, если обновишься.
Вот именно. Потому что с забагованным гаражом падает хорошо. Лайфхак для вас, друзья. 3,5 тысяч кристаллов. Так, дальше, 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 дальше. Еще 3,5. Он был, хоть кристаллы падают. Еще бы мне эти кристаллы были бы нужны. Офигеть, да ну нафиг. Вырубите. 125 ремки, но ну, аптечки пойдут. Ну, только не говорите, что сейчас я 3 из контейнеров просто с белым свечением открою дальше. Из-за того, что мне с анестезией упало. Я же не выбил устройство. Давай устройство, падайте, пожалуйста. Не, ну а чё? Да нет, Лёня, давай с этими фразочками. Потише лучше. 3,5 кб. Они кри падают, просто кри. 5 голдов, о. Неплохо. Пойдёт. 5 кри. Офигеть, просто кристаллы падают! Это что за открытие? Не, лучше кристалл, чем минус. 125 ремки. Блин, ну уже должно что-то дропнуть. Чтобы много белых свечений и зеленых. Ну пора, пора, пора. 14 контейнеров осталось, вы рофлите. 125 двойного урона. Блин, что за бред? О! Ну! Чё это такое? Какое нафиг бабушкино одеяло? Вы рофлите? Бабушкино одеяло. Это чё такое вообще, блин? Не, ну тут поздравить можно. Поздравляю, Вань. Какое нафиг бабушкино одеяло? У меня же вроде все краски уже в фиолетовом свечении были. Какое? Ну ты ж не все челленджи покупал, пропуск. Это из челленджа какого-то прошлого. Да? Да. Бабушкино одеяло. Еще есть бабушкин диван. Я в шоке. Бабушкино одеяло. Друзья, поздравьте меня. Бабушкино одеяло выбил. Я в шоке. Какое бабушкино одеяло? 125 рим. Ну давай, ну пожалуйста, ну устройство, друг ты мой хороший, ну пожалуйста, устройство. Ну устройство, ну дай мне иммунитет от поджога, ну будь так добр, ну пожалуйста, ну давай. Ну прям сейчас. 3 дня прием, ну прием это нормально, да. Завтра прием заканчивается, да, друзья? Ух, завтра прием заканчивается, я в шоке. Кристаллы. Че, Лен, смешинка в рот попала? Да. Завтра плюс-минус 2 года. А-а-а. Почему 2? Ты рофлишь какие 2? Ну полтора. Все, полтора. Завтра заканчивается. Не рассказывай сказки. Нитры. Три контейнера, дай бог. Пожалуйста. Ты забыл, пожалуйста. Падает, когда не ожидаешь этого. Пожалуйста. Иммунитет от поджога на любой корпус. Давайте. 3 контейнера. Ну? Ну, пожалуйста. Ну, упади. Ну, с последнего контейнера. Ну, давай. Жду. Ну. Кристалл. Соболезную. Ну, что я могу сказать, друзья? Я бы не сказал, что это плохое открытие, честно. Кристаллов дропнуло, чуть премочки упало. Упало золотое свечение, которого я не видел на протяжении, наверное, такие, ну, последнего года, наверное, если не соврать вам, да. То есть в 2К20 точно мне не падало ни одного золотого, это я 100% помню. Возможно, мне падало там в конце 2019, но это точно, ну, не 100% инфа. Поэтому синестезия, как одна из самых старых красок анимированных. Раньше она была очень редкая, все ее хотели. Круто, конечно, что она мне дропнула. Я, в принципе, в какой-то минимальной степени даже этому рад, да. Но вы знаете, зачем я сюда пришел и что я хотел здесь выбить. К сожалению, я выбил только защиту от поджога. Но если судить с точки зрения... И на мамонт, да, заморозку тоже выбил. Если судить с точки зрения той, что у нас, по идее, упало почти на 500 тысяч кристаллов этими устройствами, да? Ну ладно, хорошо, скидка 50%. Грубо говоря, 250к нам упало, да, 245. То это, в принципе, неплохо. То есть, довольно неплохо. 2 устройства есть. Да, я хотел иммунитет от поджога. Он мне, к сожалению, в этом открытии не выпал. Но я надеюсь, что уже в скором времени я специально ради контейнеров пройду следующий челлендж. Опять у меня будет где-то около 40-очки этих контейнеров.
И уж тогда я наконец-таки выбью иммунитет от поджога на какой-нибудь замечательный. Да любой, любой, просто любой. Мне без разницы, какой корпус. Главное, чтобы у меня был иммунитет от поджога. И тогда я вам покажу, что с этим иммунитетом вообще, в принципе, можно делать в нашей любимейшей, интереснейшей игре. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, не забывайте прожимать лайки. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Также не забывайте про ссылочки, которые имеются у нас в описании. Группочка ВК, Дискорд сервер. Не забывайте переходить, подписывайтесь. Не пропускайте всю самую полезную и интересную информацию. Ну и также не забывайте про стримы, которые у нас проходят в 10-10.30 часов вечера ежедневно. Присоединяйтесь, проводите время вместе с нами. Нагибайте. Ну и если у вас там какие-то вопросики есть, тоже можете зайти их смело задать. С вами был мистер Ванька, толстый Ленчик, Пончик, мальчик. Всем пока. Всем удачи и всем пока.